Ставрополя. Мы рады вам вместе с вами смотреть. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Они тогда с малоизвестным футболистом назвали того игрока. Да, Алессандро Неста. Вот в таком составе сегодня Лацио будет играть. В воротах Рейна. Марушич в обороне. И подача туда, в сторону ворот. Нет, не получает эта атака развития. И придется начинать все сначала. Лукас Лейл. Корея. Вот это момент у него. И мимо ворот идет этот удар. Очень обидно ему должно быть. Ситуация-то голевая была. Да, момент они создали что надо, но в завершении подвело исполнение. Как думаешь, что гости сегодня покажут впереди? Не удивлюсь, если они будут играть высокий прыг. Мы рады вам вместе с вами смотреть. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Они тогда с малоизвестным футболистом назвали того игрока. Да, Алессандро Неста. Вот в таком составе сегодня Лацио будет играть. В воротах Рейна. Марушич в обороне. И подача туда, в сторону ворот. Нет, не получает эта атака развития. И придется начинать все сначала. Лукас Лейл. Корея. Вот это момент у него. И мимо ворот идет этот удар. Очень обидно ему должно быть. Ситуация-то голевая была. Да, момент они создали что надо, но в завершении подвело исполнение. Как думаешь, что гости сегодня покажут впереди? Не удивлюсь, если они будут играть в высокий прыг. Мы рады вам вместе с вами смотреть. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Они тогда с малоизвестным футболистом назвали того игрока. Да, Алессандро Неста. Вот в таком составе сегодня Лацио будет играть. В воротах Рейна. Марушич в обороне. И подача туда, в сторону ворот. Нет, не получает эта атака развития. И придется начинать все сначала. Лукас Лейл. Корея. Вот это момент у него. И мимо ворот идет этот удар. Очень обидно ему должно быть. Ситуация-то голевая была. Да, момент они создали что надо, но в завершении подвело исполнение. Как думаешь, что гости сегодня покажут впереди? Не удивлюсь, если они будут играть в высокий прыг. Мы рады вам вместе с вами смотреть. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Они тогда с малоизвестным футболистом назвали того игрока. Да, Алессандро Неста. Вот в таком составе сегодня Лацио будет играть. В воротах Рейна. Марушич в обороне.
И подача туда, в сторону ворот. Нет, не получает эта атака развития, и придется начинать все сначала.